Приехал поживиться у соседей. Житель Липецкой области обокрал продуктовый магазин в Петровском районе. Инцидент случился в селе Большой Избердей, где ранним утром 1 декабря владелица местного магазина обнаружила, что ночью кто-то взломал дверь в торговое помещение. Осматривая заведение, женщина увидела, что с полок и со склада пропали несколько бутылок с алкоголем, табачная продукция, предметы бытовой химии и еще несколько товаров. Ну, сразу я обратил внимание на угол колбасы, потому что тут был выложен витрина. Я сразу обратил на колбасу, а тут я посмотрел, как... Тут я не заходила, а потом, когда прошла сюда, вот здесь все было выложено. Из стола все выложено, туда вытянуто было. Найти преступника помогли местные жители, которые сообщили, что на днях видели в селе незнакомую машину с номерами Липецкого региона. С помощью коллег из соседней области полицейским удалось найти как автомобиль, так и его владельца. Было установлено, что к данному преступлению причастен житель города Грязи, ранее судимый, безработный. В результате следственных мероприятий из дома у него была изъята часть похищенного. Было дополнительно установлено, что часть похищенной бытовой химии он сбыл на территории города Грязи на рынке центральном. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции занимаются сбором улик и доказательств совершения преступления.